Здравия желаю! Продолжаем, значит, повторный эксперимент по зарядке ионисторов. Сейчас мы... Вот ионисторы, вот прибор стоит. Четыре... 4,6, ну 4,60. Вот сейчас щенок у нас отошел назад, вот вчера залезал, видите? То есть он еще отдает сеть. Сейчас мы, ну, немного процентов 10, но отдает. То есть получается, что мы платим, нам должны платить. Вот что получается. А люди до этого не дойдут. Показываю, не показываю, никто не поверит. Поэтому я не для дураков это все показываю. Хотите верьте, хотите нет. Вот сейчас мы вот лампочку включил, чтобы прогонять, догнать. Во. До риски. Сейчас догоню. Лампочку вытаскиваем и будем заряжать. Так вот. Вот сейчас 4,70. То есть вообще выключено, она сама заряжается. Видите как. Включаем. Пошла зарядка. Вот она. Показывает прибор. Там вам плохо видно, но это 5 там скачет, короче. А счетчик стоит. Сейчас включим время, чтобы сразу обогнать время. Сколько у нас займет. Стартуем. До 12. То есть 4, 4 было. До 12. Подождем. То есть зарядка идет, счетчик стоит. Видите как. Зарядка идет, счетчик стоит. Вот он, на риске. Вот сейчас уже 6, время прошло минута, за минуту, то есть за минуту 4 до 6 поднял. Вот часы, минута 11, уже 6,5. Идет обман народа на электричестве. Нужно подобрать это все. Приборы подобрать, выпрямители подобрать, нагрузку подобрать так, чтобы все выравнивалось. Вот. И ток не тратился. Однако об этом не говорят. Все это втихушку. Поэтому я вторично провожу эксперимент. Две минуты. Счетчик только стоит на месте. Сейчас уже 7. Догоним до 12.
пока прервемся, чтобы вас не томить. Когда будет уже 12, заново. Продолжаем. Итак, у нас добилось до 12, вот, до 12.62. 62-61. Просмотрим на счетчик. Счетчик так стоял. Стоит. Время у нас. Так, время зарядки. 15 минут ушло. Счетчик вот где-то после застывания. Ушло на зарядку. Это говорит, что второй опыт показал то же самое факты. Поэтому это уже не второй, это уже третий. Поэтому все разговоры про закон сохранения энергии там, это все сказки для одурачивания народных масс. Пока кончаем на этом. Вот у нас сейчас 12.49. Счетчик стал прям по центру. Вот. Риск, видите, по центру. То есть откуда шел, оттуда и пришел. Зарядка, значит, заряжена система. Сейчас еще проведем, значит, чтобы вы убедились, что зарядно. Проведем, значит, самое запуск. Проведем еще раз. Вот пошло. Пошел запуск. И так. Включаем секундомер на запуске. Сколько минут? Будет кручение. Вот, то есть не применяется счетчик, вот, а применяются ионисторы, которые зарядились от этого счетчика, вот, который показывает 0. Вот пошла она раскрутка. Проверим еще раз, насколько этого всего хватает. Кручение. То есть, как вы видите, кручение идет. Энергия не затрачена. Кручение идет. Вот. Какие еще сомнения, что надо в этом смысле работать дальше? Это то, что я делал, это кустарными методами, не имея, как говорится, средств. Для того, чтобы это поставить на промышленную основу. Конечно, мне нужна помощь. Что я могу сделать, когда я на пенсии? Хотя бы набрать тех ионисторов, чтобы подключить мощь, чтобы заряжать мощную также бесплатно. И мощную, и можно это уже ставить. Допустим, эту схему уже можно видеть. Ставить на велосипед. Помощнее только. Вторую пару ионисторов, то есть одни заряжаются, другие крутят. Потом это меняется реле. Ну, для этого надо, я буду делать то, что смогу, копить там копеечки какие-то, еще, может, насобираю на 10 ионистров. Но чтобы допустить это все, сами понимаете, что это не дадут запустить. Банстер не дадут, это мы сейчас все у них на счетчиках, вот, все на счетчиках стоим. А мы останавливаем счетчик тем, что энергия у нас свободная. Мы у них не воруем, просто энергия имеет возможность возвращаться назад. То есть энергия свободна. То есть для этого, чтобы это все это пустить, эти аппараты, я бы мог изготовить в одном количестве, уже капитально. Мне нужны средства. Но буду так делать, но это просто, видите, как медленно, очень медленно идет. На пенсию не разгуляться. Надо заплатить.
за аренду квартиры, за воду, за свет и так далее. Что-то кушать, а на такие запчасти уже ничего не остается. Но об этом не будем пока, пока будем продолжать опыты, как говорится. Это никого, то, что я сказал, никого это не проймет, это понятно. Жаловаться не собираюсь, будем обходиться своими средствами и добиваться своего. А именно цель — добиться полностью свободной энергии для всего народа планеты Земля. Больше никакой цели нет. На тот свет я не возьму, мне деньги не нужны, на тот свет я не возьму эти деньги. Там, на том свете, как вы понимаете, деньги не нужны. У меня есть, значит, родственники, дети, внуки там и так далее. Пусть они живут нормально хотя бы. И меня вспоминают добрым словом. Вот эта цель. Больше никакой цели нет. Поэтому будем идти вперед, несмотря на преграды. И вот сейчас кто-то посмотрит, кто-то поймет, начнет это все применять. Только я запрещаю, как то, что это как бы, может, это не я изобрел, но я вот показал это не показывали. И я запрещаю платное распространение этого всего. Делайте людям. Делайте. Но не извлекайте выгоду, иначе это теряет смысл. Если это будет дорого, тогда лучше пользоваться старыми методами. То есть это смысл этого всего. Вот останавливается и того. Все. Стоп. 4 минуты вот. 47 секунд. Где-то 5 минут там. Я шел туда-сюда пока. 5 минут работает. То есть заряжается бесплатно, и потом работает колесо 5 минут. Это вторичный опыт. На сегодня заканчиваем. До свидания.